Всем привет, привет, друзья! Я сегодня в огород рано вышла. Все дома оставила, бросила. Дом успеется. Дом можно, когда солнце ярко светит. Дома можно работать. А сейчас с утра поработаю в огороде. Вот немножко щурю, солнышко прямо в глаза светит мне. Сейчас буду копать под лук. Я 4 рядочка посадила. Еще немножко подкопаю, посажу. И пойду под томаты копать. Томаты просятся уже на улицу. Вот так. Муж мой что-то там своими делами занимается, а я своими. Пойду покопаю. Так, сейчас я вилу принесу. Ой, кругом деревья. И вот тут вот под деревьями нужно копать. Солнышко светит. В общем, копаю под лук. Земля такая мягкая, пушистая. Мне тут немножко сравнять надо, чтобы 3 рядочка сделать. У нас же здесь клубника, я же говорю, клубника была. Вот сейчас покопаем. Клубнику пока больше садить здесь не будем. Вчера здесь все корешки убрала. Всю траву почистила, чтобы копать было легче. Сегодня немножко полегче оделась. Как видите, свой платочек сняла драгоценный. Конечно, если был бы мотоблок, можно было бы, конечно, быстро это сделать. Ну ладно, физические упражнения, да тем более на солнышке, очень полезные. Вот так вот. Червячков целая куча. Немножко отдыхаю. Уже шмели летают. Уже на мой телефон шмель сел. Красота. Хорошо в огороде. А вчера такая буря была, я думаю, что шуршит. Ну все, что валялось, все летело в огород. Разные пленки, пакеты. Вот смотрю, пакет на сливу прилетел. Очень много бросает мусора. И так контейнеры у нас никто не сделал, чтобы люди складывали мусор. Ну вот, друзья, немножко отдохнула, снова пойду копать. Копаю прямо под деревья, не потому что земля нужна, а потому что трава разводится. Очень много травы. Копаю близко к деревьям. Хотя бы травы быть не так много, если будем ухаживать. Вот. Я всегда немножко с отдыхом копаю. А сейчас еще покопаю, что-нибудь еще поделаю, скажу. И так тихонько копается. Очень много от сливы всяких корешков здесь близко к сливе. Но земля прям такая мягкая, пуховая, хорошая земля. Уже все готовое. Только сажай. Сходил за граблями и лейку сразу воды принесла. Клубнику полить нужно. Уже сколько, наверное, третий день сегодня. Вот я еще не поливала. А такие ветра идут, ветра. Сейчас я тоже полю немножко. Пограблю немножко граблями, земельку поравняю и полью. Вот. Садила за граблями. Сейчас немножко поравняю. Вот, друзья, помощник пришел. Будем сейчас вместе работать вдвоем. Один будет копать, а другой будет сажать. Хорошо вместе работать, весело. А? Да я не слышу, что ты говоришь. Делаю полезное дело.
сразу копаем. Земелька такая, мягкая земелька, рыхлая, хорошая. И червячков собираем сразу для рыбалки. Вот они, какие червячки у нас. Много червей, очень много. Вот, сразу два дела делаем. Мусор сразу вот сюда собираем, хорошо. Сразу везется и будет все чисто. Красота. Покопала немного, сделала грядочки, пришла лук замочить. Вот такой семенной лук. Здесь у меня есть свой и купленный. В этом году очень много хочу посадить лука. В магазине стоит дорого и невкусный, самое главное. В том году была такая засуха, лука не хватило, я купила. Ну, такой невкусный, такой толстый. Прямо такая, не знаю, толщина лука, что даже не проваривается дело. Ну, ладно. Вот, приготовила марганцовочку такую. Ведерочка у меня. Марганцовочка приготовила. И сейчас туда лук. Окуну его, и он будет мне лежать. Где-то с полчасика пусть полежит в марганцовочке. Вот потом водичку солью, налью другую свеженькую и пойду сажать. Ну вот, друзья, я буду делать сейчас бороздки. Сделаю бороздки и буду лук сажать. Так, сейчас сначала я сделаю тропинку. У меня два рядочка сделаны лук, я сделал тропинку. Сделаю тропинку, то как мы будем получиться? Люблю тропинки делать. Самая легкая работа. Друзья, хорошо вдвоем работать. И работа спорится, правда? Рядочек у меня какой-то получился не очень. Кривой. Еще пойду разочек пройду. Вот, сейчас этот посажу и еще один сделаю рядом. Но сначала пойду принесу сюда золы, посыплю. Ну вот, сейчас золой посыплю. Этот рядочек. Ай, как удобрение, наверное. Так много не надо. Какой ветер. Ну и ладно. Зато ее раздувает. Thank you.
друзья, мне здесь в комментариях писали, что лук не надо в землю втыкать. Надо на бочок ложить и засыпать. Вот пробую сегодня так. Положил на бочок, зато быстро делается. И засыплю. Посмотрим, какой будет результат. Обычно мы в земельку втыкаем лук. А нынче я все делаю по-новому. Все, друзья, с луком я закончила. Засыпаю еще одну грядку, один рядочек, и все. Закончила. Вот так. Больше лук здесь сажать не буду. Хватит. Здесь на 6 рядочков получилось. Посадим в другом месте. Посадим, когда огород доделаем, спороним огород. Даже не спороним, какой-то трактор приезжает. Что-то там культивировать, наверное. Закультивируем. Там посадим еще. А здесь больше сажать неудобно. Небо такое красивое. Голубое-голубое. И вот наш вяз. Почки набрал. Большой-большой, огромный. Такой сегодня небушка. Вот какое наше дерево. Но мне в экран не уходится. Ветерок такой. Солнышко светит. Вот такая сегодня погодка. Птички поют. Красота. Там птицы гнездо свили. Сороки. Скоро безобразничали. Вот. На моей клубнике. Вот еще работа, друзья, у меня предстоит. Очень большая. Сегодня после обеда хочу часиков 4 выйти. Позаниматься клубникой. Вот в клубнике лучок вырос. Сейчас его выкопаю. Сегодня пирожки испеку после обеда. С яйцом, с луком. Вот такой лучок. Целый пучок. Дальше пошла. Пойду яйца проверю. Нужно постоянно их убирать. Иначе они их будут пачкать. Смотрим сейчас. Прямо зайти не дают, две шагают. И надо все равно на улицу. Ну что, что, снесла? Молодец, молодец, молодец. Кто еще сидит? Кто еще сидит? Ой-ой-ой, давай, давай. Ты уже сколько там нанесла? Так, сегодня дедушка-то не собирает яйца у вас, да? Смотри, веревочка. Вот, сколько? Ох ты, 6 штук у тебя. Ну ты, дорогая, сейчас их ногами ты испачкаешь. Ладно, ладно, не шуми, не шуми. У тебя там сколько было? Ой-ой-ой, дверь открывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я соберу. 8 испачкали. Пока 8 штук сидела, испачкали. Когда одно чистенькое. Но все своими лапами обязательно попачкают. Вот такие яйца. Сейчас сразу их надо мыть. Ладно, давайте еще несите. И пойдете на прогулочку. Вот такой обед у нас сегодня. Суп из чечевицы, булочки, яйцо. Оно еще с паски, у меня в холодильнике хранится. Лучок зелененький с грядочки. Вот, сейчас покушаем, пообедаем, отдохнем. И после отдыха уже снова часиков 4 в огород выйдем. Опять поработаем. А вот этот суп из чечевицы очень вкусный. Он почти такой же, как гороховый. Мне нравится. А чечевица варится очень быстро, в течение 15 минут. Замечательный просто суп. Нам приятного аппетита. И всем, кто кушает в это время, тоже приятного аппетита. Вот такой у нас обед. А еще муж разогревает рыбку жареную. Вот так. Идемся кушать.